Потеряете дар речи, онкобольной Юдашкин появился на публике. Более пяти лет Валентин Юдашкин борется с раком. Публика заметила, что в последнее время модельер стал совсем плохо выглядеть. Дочь дизайнера рассказала, собирается ли отец оставлять работу из-за болезни. Известный российский модельер Валентин Юдашкин впервые за долгое время показал себя, чем изрядно удивил своих поклонников. Напомним, что несколько лет назад врачи диагностировали Валентину онкологическое заболевание, после чего модельер практически полностью дистанцировался от шоу-бизнеса. Впрочем, Валентин продолжает общаться с поклонниками посредством социальных сетей, в инстаграм модельера то и дело появляются публикации, так или иначе связанные с миром моды. Накануне в аккаунте Юдашкина также появилось фото с недавнего мероприятия. По снимку можно заметить, как сильно изменился облик модельера. В частности, он сильно похудел и осунулся. Некоторые подписчики посчитали, что в данный момент Юдашкин больше похож на своего коллегу Вячеслава Зайцева. Марина Юдашкина поддерживает мужа своей заботой, вниманием и любовью. Она старается сделать все возможное, чтобы больной раком дизайнер радовался жизни и ни в чем не нуждался. Валентин Юдашкин редко появляется в свете, зато жена делится кадрами с ним в своем инстаграме. Аккаунте на сей раз она опубликовала фото, на которых запечатлена прогулка пары. Супруги вышли подышать свежим воздухом возле своего дома за городом. Избранница модельера заявила, что зимой люди должны согревать друг друга, строить планы и видеть перспективы. Также она пожелала подписчикам хорошего дня. Фолловеры активно отреагировали на свежие снимки с кутюрье. Они отметили, что Марина и Валентин Юдашкины прекрасная семья, изумительные отношения пример для подражания. Здоровья вам и сил осуществить все задуманные планы. Всего вам светлого и доброго, вы так прекрасный и небесный, и все хорошее еще впереди, высказались поклонники. Напомним, ранее дочь дизайнера Галина заверила, что сейчас со здоровьем Валентина Юдашкина все в порядке, и он не намерен отказываться от работы. Модельер несколько лет борется с раком, позже у него диагностировали метастазы в голове. К счастью, врачам удалось добиться ремиссии. По словам дочери модельера Галины, Юдашкиной работа отвлекает отца от негативных мыслей, поэтому поэтому пока у 58-летнего Валентина Абрамовича есть силы творить, он продолжит заниматься любимым делом. Мне кажется, любой человек говорит, что к 60 хочет уйти, но если этот человек трудоголик, а Валентин является таким, не думаю, что к 60 он куда-то уйдет. Зная его, могу сказать, что работа ему дают жизнь, силы, интерес. Он очень любит этим заниматься, отметила наследница Кутюрье. К слову, именно Галина помогает родителю руководить модным домом Валентин Юдашкин. Никто никогда не наседал и не говорил, что ты обязана заниматься нашим делом, наоборот, я всегда хотел работать с отцом, а он мне отвечал, поработай еще где-нибудь, пройди практику в разных местах, он всегда хотел, чтобы было больше выбора и разнообразия, добавила 32-летняя Юдашкина.